What is happiness for you? Так, штатив с образцами мицелия. Ой, какое мицелия? Так, это рейша. Вот, ну это просто бомба. Здесь без комментариев. Немножко пробирки запотевают после холодильника. Но здесь понятно даже... Поймет не только взрослый, но даже карапуз. Да, этот мицелий то, что надо. Он уже адаптирован к питательной среде. Вот, и сейчас уже готов к пересеву на субстрат. Субстрат такой же, как у вешенки. Мицелий, рост рейши, мне кажется, еще быстрее, чем у вешенки. То есть колонизация там будет колоссально наступать быстро, но вот сам гриб растет поменьше, потому что он сначала должен разрушить вот этот субстрат. Ну, естественно, там ему надо пожрать какие-то опилки туда добавить. Это уже не проблема, что-то туда ему доварить. Так будет для него лучше. Ну и вот это шиитаки. Ну, здесь сразу видно, что материал посевной был старый. То есть его нужно оттуда отконопать, выбросить. Ну и вообще, в принципе, это пробирка, это не самый лучший вариант. Но проблемы вообще нету, потому что есть другие материалы на других носителях. И это, скажем, не такое. Сейчас, в принципе, хватает. То есть рейши, вешенки. Это достаточно большой объем работы. Ну и наша заветная мечта — вырастить вот такой гриб. Растет довольно-таки большой. Вот. С него свисают вот такие вот макароны. Вот эти макароны срезаются, и дальше они готовятся как грибы. Имеют уникальный вкус, структуру. Я так понял, структура что-то близкое к королевской вешенке. Но еще, наверное, нежнее. И он белого цвета, значит, у него будет отсутствовать вкус какого-то вот красителя, что-то там довольно-таки чисто в этом грибе. Но напоминает он больше всего какие-то морепродукты, скорее всего. Но я думаю, в пище вот эти жареные червячки белые из гриба, это будет, наверное, бомба просто. Вот. Здесь вот такое количество мицелия. Здесь есть где-то, сколько там значит, 20 штук. Вот 20 палочек. Ну, для посева там на древесину этого слишком мало, а цена довольно-таки высокая. Там сколько? 40 гривен за 20 палочек. Палочка получается около 2 рублей. Лучше провести какие-то вот еще дополнительные какие-то манипуляции, получить этого материала в достаточном количестве. Если на один посев нам нужно будет приблизительно вот 20 палочек на одно бревно. Это как минимум, не меньше. Если мы хотим добиться быстро и надежно результата, то нам нужно иметь вот палочки где-то в таких вот количествах. Вот. Как это сделать? Там есть видео отснятое, то есть можно найти и посмотреть, как делается посев палочек. И вот такое количество, ну здесь вот в этой банке ровно 100 штук. Здесь 100 палочек, это более-менее уже посев на 5 бревен. Достаточное количество, и желательно банку вот больше там не использовать, она будет уже инфицирована. Ну и заложить там, таких банок нужно, вот, например, на 15 бревен нужно вот 3 штучки будет. Вот. И такие, да, ну и вот в этом году мы должны попробовать на вкус вот этот герицей. Чего всем и желаю.